случаться несчастье. И, к сожалению, это вас забрали в армию. Я солдат, ты давно сыны. Все. Как жалко, что с нами в команде не играет кудрявый чувак из Мегафокс. Так хочется зарядить кого-нибудь с двух ног. Я просто в воскресенье родился. И чё? В понедельник на работу. И чё ты делаешь? Мама просила позвонить, когда я выйду на сцену. Так возьми телефон. А ты шаришь, чувак? Шутки. Между прочим, у нас большая конкуренция. 15 команд! Ну и чё, англичан вообще 10 тысяч было? Справились, да? Кстати, пока меня не было, кто был лидером? А еще были какие-нибудь кандидаты? Ну да, он и Стас Костюшкин. А какой был критерий отбора? Кто угодно, только не Стас Костюшкин. Понятно, смотри, как надо быть лидером. Объявляй. Итак, представьте, Фродо и Сэм из «Властелин колец» поссорились. Мне надоело тебя таскать, почему я все время это делаю? Ты же знаешь, это кольцо делает меня слабее. Так разойдись! Итак, представьте, кавказец устроился капитаном корабля. Ой, девушка! Мне кажется, не хватает чего-то музыкального. Итак, сейчас наступил главный гость нашего выступления. Человек, чей голос нравится даже Юрию Лозе. Песня про отечественное кино. Где-то в российском вузе в зале сидит народ. На тему войны и мира их посвят идет. Танцует контент без ухов. Ростовская ушла с собой. А где-то в гробу под Тулой вертится Толстой. Шучу над ведущим. Руслан, вот тебе учебник по математике с моей фотографией. Так сказать, задачка со звездочкой. Ты знаешь, что объединяет нашу команду и тебя? У нас нет девушки. Раз, а что ты замолчал? Ведущий уже волнуется. В каждом человеке должна быть загадка. Точнее, должна быть загадка. Точка. Заточка в каждом человеке должна быть заточка? Нет, я закончил. Точка. Ну, слава богу, хочешь, идите ведущим. Действительно, в зале столько людей, надо идти в зал. А я тебя не шла. В зале есть наши болельщики? Пойду посмотрю на вас, бедолаги. А я тебя не шла. Цветы вам нравятся? Розы. Они сильные жжут от роз. А я тебя не шла. Здравствуйте. На улице сильные магнитные бури. Давайте обмотаемся проволокой и унесемся отсюда. А я тебя не шла. У вас девушка плюс или минус? У меня плюс, может быть, будет контакт какой-то. Ни за что! А, извини. А я тебя не шла. У меня есть армейский шут. Я старый солдат, не знаю слов любви, поэтому тряпка с собой наряд. Раз хватит, пугать людей у нас так фанатов не останется. Хорошо. Бум-бум, я не такая, бум-бум, я бум-бум, я же
не снится. Просто после игры меня действительно на этой неделе забирают в армию. А военком сказал, что единственный вариант отмазаться – это 20 тысяч рублей. 30. Он все время повышает стоимость. Ребята, этот кубок для меня последняя надежда. Нет, ну конечно, если кто-то подарит из зала мне двойню, я тоже буду рад. Не, ну если она захватит еще и 30-ку, вообще цены ей не будет. Команда КВН «Татарская дискотека»,